Так, ну что, любители сторис, доброе утро. Выезжаем на парад участников. Сегодня воскресенье, сегодня топ 16. И общий парад. Сегодня больше зрителей пришло. Выезжаем на парад. И после этого у нас будут всякие активности, а мы с вами будем не только с вами, но и с Олеграцевым, и с Кристопсом. И еще там с ребятами будем зырить дрифт из кафешечки. Сейчас тоже какие-то отдельные капли на нас с неба падают. Если вам известны какие-то заговоры, молитвы, способы там шаманские, я не знаю, можете начинать применять прямо сейчас, потому что существует реальность дождя, которого, я думаю, никому из нас не хотелось бы. Смотрите, так что я надеюсь, что все вот этими отдельными каплями и закончится, и топ-16, и все последующие раунды парных заездов у нас пройдут по сухому асфальту. Он уже такой тепленький, разогретый, по нему так приятно ходить. Можно даже прилечь, наверное, как Гоча вчера. Никита, смотри, кого я в Крыму встретил. Тихон, ёпты. Красавчик. В Крыму отдыхает, помни? Едем второй заезд финала, сибирский финал, Гоча и Минёк 8. Показываю вам онлайн. Сам не смотрю, смотрю заезд. Все. А что это, красный флаг? Все. Вот, наверное, и следовало. Вот так. 35 минут злосчастная остановилась. 7:15. Не доезжая до первого поворота. Женек 8 выиграл этап. За кадром для маленьких любителей сторис. Надо было запикать.